Так, всем привет, сборка головки. Расскажите сложности, какие тут сложности возникли? По сложности? Да пока никаких сложностей. Да что я сейчас сильно ебаю. Ну, сейчас пойду. Поработай. Какой клапан вытащишь, надо самих снять. Еще переделали съемник. Рассухариватель, засухариватель клапанов. Так, выделал, да? Да. Убери вот это с подножки. О, блядь, тяжелая дымка, пиздец, мне надо сметану в конце дня. Вот сметана? А для чего сметана? Я стягаю и тяжести, блядь. Мне надо восстанавливаться быстро. За время. Где он? А держи это, все. Серега, мы сейчас с тобой медленно что-то не шпарим, блядь. Надо побыстрее. Я сейчас пойду возьму эту дрынь какой-то, чтобы быстрее погонять. Я постоянно Сереге говорю, Серега, надо быстрее, быстрее. Человеку же надо работать, блядь. А Серега говорит, успей. Еще месяц впереди. Нихуя не могу быть. Боюсь, его направляю еще, ну, чтобы не сломать. Идут, дыры, бач, классные эти. Я же подточив специально, чтобы пики. Ты ЕВД-шка там не поможет. А, я знаю как. Надо полукруги сделать. Полукруги. Понял? Чтобы оно прилегало лучше, оно будет хватать лучше. Помененный идти. Опа. Четыре уже поменены. Осталось, получается, шестики. Осталось еще 24. 12 осталось, получается. Да. Ну ничего, до Нового года время есть. Не шути, нам надо машину. Да, бо тут уже неделю отдать машину, бо ее не кончим. Тут уже вообще ждут же машину. А теперь там рука сухарит. А я и выверну. Блин, мне так техника нравится, пиздец. Вот честно. Мне же стройка не нравится, мне нравятся машины. Нет, а серьезно я вам кажу. А ты прикинь, с батей с 8 лет колупался. Ого, уже вам не нравится. Я не хотел... А гулять же ж охота. А батя вот все пока не соберешь, пока я пойду с работы в машину. По чуть-чуть, попускай. Пускай. Давай. Не сел. Все, давай. Все, пускай. Не сел. Прижимай. Легенько это сам ступнем, молоточком по отвертке. Есть. Клацало. О, бомба. Бомба. Так, теперь нам этот. Бомба. Так, теперь нам этот. Нахуй отсюда. Да. Хорошо, что багато тих есть. Дыру сухарить. На кровать не будете? Я внутрь засуну. Тряпочку. Кусочек там. Може дірвати її? А в трубочку всунь. Це нахуя? Прочірка клапанів на спеціальні пластики. І темно? І ще пролет? Он уже скоро выйдет туда, в обратную сторону. Не затри точно. Мы же не пускали, нам просто 5 минут потерять. Так, все, тише. Ну что, я мелкий? Не, нет. А кто из нас сейчас оно покажет? Тут хорошо, седло хорошее, сама там, девица. Да, это.
Я столько что вытягивал. Это верно. Він уже скільки кілометрів проїхав? Ну так став, не знаю, вимити пасту. Вот а вона ж густа. Ложи отак. Скільки ти ложи там? Контра 200 просто. 200 вже просто. Ну да. Так, надо... все, витягивай. Надо давай. Глянути на щось. Витягивай, бо сильно медленно, ребята. Надо машина, щоб поїхала сьогодні. Як хочете. Сьогодні? Так. Да. З головкою. Мішки. Ой. Це моє чи це ваше? Твоє. Може це ваше буде неповно? Так, хорошо. Бля. Щас. Я говорив, не ставлю в це саме. Серега, Серега. Я думав, ти Серега, а ти Сергій. Держи. Я на, дивись, бо я не розбираюся, блін, не вижу нікого. Вроді класно. Ти глазом? Ну, вроді нормально, немає яких хуйов, нема. Вроді нема хуйов яких. І тут є, відбілось, да, тут хорошо притерлось. Не, заебись. До седла тут хорошо притерлось. Заебись. Дімка, ну глянь, там вуглы які должны бути. Які вуглы? Атаки, атак. Де-де? Ну я углы, как у вертолета, угол атаки. Крыло. Нет, заебись, тут вообще, блядь.